Сразу три отремонтированных участка дороги Солдатская — Ташла-Кузоватова сдадут к концу лета. Данная трасса – центральная магистраль, соединяющая областной центр с южными районами региона. Самый большой участок, около 6 километров, идет через село Спешневка. Рабочие занимаются отсыпкой обочин, а сама дорога, съезды и подъездные карманы готовы. На втором участке, близ села Смышляевка, работы выполнены на 85%. По плану два участка должны быть сданы в конце июля. Третий участок у села Коромысловка будет готов до конца августа. Качество дороги осмотрел глава региона. Обсудили ремонт дорог в самих населенных пунктах района. Неделево, улицу Советскую тоже, до школы полным объемом асфальтировали, новая дорога. Ну и, в принципе, наверное, мы вот будем завершать по двум переулкам Осянина, это Герой Советского Союза, соответственно, наше поручение через 10-летие. На ремонт трех участков было выделено почти 174 миллиона рублей. В планах дорожников к 2025 году привести в порядок всю трассу. Так, до 2024 года будут отремонтированы еще 4 участка. Работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».